Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Значит, что я хотел в этом видео показать и рассказать. Мне постоянно, ну как, дурные вопросы задают, точнее рассказывают мне глупости всякие. Типа, вьетнамцы у меня переводки. Давайте я вам покажу, как определить, вьетнамец переводок или нет. Смотрим, смотрите. Берем и смотрим ему на клюв его. Видите, нос сплющенный. Не острый, как у осы этот самый. Жало. Не длинный, как у слона хобот, а именно сплющенный. Вот с таким вот, вот с такой вот, вот штучкой. Как будто его так взяли и вторцевали. И он стал сплющенным. И у ее детей точно такие носы приплющенные. Это первый признак, что это все-таки вьетнамец. Второй признак – это хвост. Видите, он прямой хвост. И у этой прямой хвост. У всех прямые хвосты. Видите, он не скручивается этим самым. Ну, как он называется, как сказать. Бубликом не становится. Он всегда прямой. Ну, а... И, в принципе, ну как. Вот это два таких, две таких характеристики основных. А размеры ее... О, улетел. Размеры ее зависят от того, как долго она прожила, свинья. Вот, допустим, если... Вот этому поросенку, где-то месяца там, я не знаю, ну, месяца 4, то этой свиноматке 4 года. Конечно, даже 5, наверное. Конечно, она огромная. В ней весу 110 килограмм, она как свинья обычная. Соответственно, если вот тем малышам, им там второй месяц только идет, они маленькие. А то начинают мне рассказывать, вчесывать, у тебя переводки. Я объясняю еще раз. Посмотрели на нос, посмотрели на хвост. Если этих две основных таких черты есть, признака, все нормально. Это вьетнамец. Если его покрыть сейчас, этого вьетнамца, обычной свиньей, хвост свернется на бок, ну а пятак перестанет быть сплющенным. Ну тогда это будет переводок. Хуже это или лучше, я сказать не могу. Как по мне, так чем больше свинья, тем лучше. Ты, интересно, что ты хотел от моих ботинок? Иди отсюда. По поводу шерсти то же самое. Вот эта пожила в более таких холодных условиях, на ней отросла шерсть. Стоя послазила шерсть. Она жила под этими, под курами. Куры ее постоянно обсырали сверху. Вся в говне ходит. Не, ну а что? А то начинает, каждый умничает, приходит мне рассказывать. Сейчас я покажу хряка. Там у него грива, как на этом самом. Как у льва, елки. Но это не значит, что он переводок. Это просто значит, что он вьетнамец, который мужик волосатый. Он как этот, как грузин волосатый. И что теперь? Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Поэтому не рассказывайте мне глупости о переводках. Я брал, специально ездил, брал. Я понимаю, что, ну, как бы, вьетнамская порода, да, это мясная порода свиней, но они просто мелкие. Я ее брал изначально в двух разных местах. Брал, ну, и свинок брал, потом хряка поехал, взял совершенно в другом месте. Ну, как бы, они не скрещиваются, там, не близкие связи, не родственные. И, соответственно, ну, у них получаются нормальные поросята. Скажем так, вот из этого выводка вон они бегают, у них уже килограмм по 20-25, это самые маленькие, а те, что были побольше, там 30-35, мы уже съели. Тоже как бы растут по-разному, поэтому нет такой вот прямо определенности, что все должны быть одинаковые. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, всего доброго.